Добрый вечер. Большое спасибо судьбе, что вот однажды свела меня с этими людьми. Я очень их люблю. Эти люди, ну, надеюсь, любят меня. Но уже только из-за одного этого моя жизнь удалась. И все-таки я повторюсь. Пусть дождями тучи пухнут, пусть вьюга, пусть осенняя пора. Я частый гость на этой общей кухне, я прихожу сюда по вечерам. Как водится, бросаю у порога хандру, болячки, тяжкие труды. Здесь мой оазис, мой привал в дороге, здесь мой глоток колодезной воды. Мне здесь нальют чайку и рюмку горькой, и кухня звонко чокнется стеклом, а жизнь кипит на четырех конфорках, и есть всегда местечко за столом. Простая коммунальная квартира, нехитрый доморощенный уют, и мясо втихаря никто не тырит, и по ночам в кастрюлю не плюют, и жалоб на соседей здесь не пишут. Всегда зовут друг друга на обед. Вот только жаль, что две недели с лишним скучает у дверей велосипед. Ему, сверкая спицами в дорогу, в лицо бы ветер дал, в коленях дрожь. Да вот соседка подвернула ногу, чудная девка, что с нее возьмешь? Когда тут спят, никто тебе не скажет. Поют на кухне, спорят и кричат. Но что теперь, когда хозяйка та же и так стихи читает по ночам? И странно, вроде выпито немного, пою со всеми вместе и смеюсь. Ну, словно дети малые, ей-богу, я с ними сам ребенком становлюсь. Что за окном светает, нет заботы. И ладно, что часы пробили пять. Мы утром разбежимся по работам, чтоб вечером прийти сюда опять. Я постучу и брошу у порога хандру, болячки, тяжкие труды. Здесь мой оазис, мой привал в дороге, здесь мой глоток колодезной воды. Здесь мой оазис, мой привал в дороге, здесь мой глоток колодезной воды. Спасибо. Андрей Дружин, творческое объединение «Оазис». А сейчас я хотела бы, чтобы похлопали вот всем, из-за которых в этой коммунальной квартире свет, звук и прочие, так сказать, необходимые для бардов вещи. Наш звукорежиссер Владимир Михайлов, его команда Виктор Петренко, Валерий Королев, Александр Рембертович, Андрей Алтуфов, наш свет, и Александр Ардамовский. Татьяна Данилова, если есть высокая мода, это высокая, как сказать, костюм, мастер костюма. Анастасия Михайлов, Настенька наша дорогая. Илья Чернов, обратите внимание на баннер, наш художник. Вот. Наталья Владимировна Смолина, Дмитрий Николаевич Зеленков,
Татьяна Ефимова, и за нас тут болеют, мне кажется, не в одном так дыхании. От все от гардероб, от работников гардероба до уборщиц, в общем, ну абсолютно все. Поэтому всем огромное спасибо за помощь.